В Нижнем Новгороде стартовала уникальная фотоэкспедиция. Она объединит двух великих творцов разных столетий, а итогом станет документальный фильм о жителях Поволжья. Уникальная экспедиция «Бурлацкий на Волге» дорогами Максима Дмитриева стартовала 24 июня. За полтора месяца команде предстоит посетить 10 регионов Поволжья – от Нижнего Новгорода до Астрахани. Перемещаться они будут на передвижной лаборатории, а героями фото станут простые волжане. Идеологи проекта – фотохудожник Миша Бурлацкий и режиссер-документалист Александра Андронова. Благодаря им зрители смогут увидеть природу Поволжья и познакомиться с людьми, проживающими здесь. Я занимаюсь макроколдённой фотографией, появившейся в 1851 году. И у меня большие планы. Планы повторить немного то, что снимали великие нижегородские фотографы Карелин и Дмитриев, а именно снять виды Волги и виды волжских народов, типа, так называемые. И начать мы решили это все в Нижегородском краеведческом музее, вот с этих прекрасных строений, с людей, которые будут одеты в национальные костюмы 19 века. Я надеюсь, что это будет только начало. Итогом экспедиции станет фотовыставка и документальный фильм, которые будут презентованы этой осенью в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде в здании речного вокзала. Далее фильм отправится в кинопрокат. Следить за ходом экспедиции можно в социальных сетях в группах проекта.